Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Я поклоняюсь Шри Кришне, Верховной Личности Бога, Сыну Васудевы. Нараянам намаскритям, нарам чайва нароттамам, девим сарасватим ясам, ато джая мудирае, перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем победы, следует выразить свое почтение Личности Бога Нараяне, Нар-Нараяне Риши, лучшему из людей, Матери Сарасвати, богини учености, Шили Весадеви, автору. Нашта праеша бадришу, Нитьям Бхагаватам севаям, Бхагавати Уттама Шлоке, Бхактир Бхавати Найштики. Благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Шри Прабхупаде, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью разрушается. И тогда любовное преданное служение Верховному Господу, воспетому в возвышенных стихах, становится необратимым. Мы читаем Шримад Бхагаватам. Есть 2 глава, 7, текст 37. Ива двишам нигама вартмани ништитанам пурбир маена вихитабир адришья турпхи локан датам мати вимохам атипар атипралопхам вишам видая баху башьята апутхармьям. Перевод. Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, ведь атеисты, оказывается, тоже изучают, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, представляете, летая по небу на невидимых космических кораблях, результат изучения ведической науки, построенный великим ученым Майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачась в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным. Комментарий. Господь Будда, воплощение Господа, о котором говорится в данном стихе, это не тот Будда, который известен нам из истории. Как утверждает Шрила Джива Госвами, Будда, упоминающийся в этом стихе, является другой век Кали. В течение жизни одного ману на земле сменяется более 72 кали-юг. Одной из них является Господь Будда, о котором говорится в данном стихе. Господь Будда приходит на землю, когда люди становятся очень материалистичными, и учит их начаткам религии. Проповедуемый принцип ахимсы сам по себе еще не является религиозным принципом, однако это одно из важнейших качеств по-настоящему религиозного человека. Это религия на уровне здравого смысла. Она учит тому, что человек не должен причинять вред живым или другим существам, поскольку животным или другим существам, поскольку в конечном счете это обернется против него самого. Но прежде чем усвоить принцип ахимсы, необходимо научиться смирению избавиться от гордыни. Пока человек не станет смиренным, не избавится от гордыни,
не сможет следовать принципу ненасилия, даже не убивая животных. Отказавшись от ненасилия, от насилия необходимо научиться терпимости и простоте. Следующий уровень. Кроме того, нужно с почтением относиться к великим религиозным проповедникам, духовным учителям, также научиться владеть своими чувствами, отрешившись от привязанности к семье и дому, и начать заниматься преданным служением Господу. В конце концов, человек должен признать существование Господа и стать его преданным. Без этого ни о какой религии не может быть речи. Все религиозные принципы должны быть непосредственно связаны с Богом. Моральные правила являются всего лишь субрелигиозными принципами, которые обычно называют упадхармой, то есть принципами, предшествующие религиозным. Намо Вишну Падая, Кришна Пришитая, Бутали, Шимати Бхакти Виданта Свамини Тинамини, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньева, Джачади Шатарине. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шиваса Тигора, Бхакта Врин. А теперь от сердца спокойно. Ре Кришна, Ре Кришна, 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 Ре Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Ре. Пас над сердцем. Ре Кришна, Ре Кришна, 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 Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Ре Кришна. Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Раму, Хари Раму, 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 Хари, Хари. Чувствуете разницу? Есть ум, есть чувство, есть сердце или разум. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари. Это чувство. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари. Это ум. Хари Кришна, Хари Кришна. Это платформа разума уже. Мы торопимся. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна. Вера здесь находится, не здесь. Надо это понять. Так Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада провозгласил принципы упадхармы в этом стихе, которые проповедуют раньше преданного служения. Это необходимо, потому что люди, которые оскорбительно относятся к этому миру, к живым существам, ко всем, они проявляют насилие, они ненавидят Бога в их сердце, поэтому они не могут признать существование высшей истины, и они не видят закономерности в этом мире. Если я куда-то прихожу, все разрушаю, я не вижу структуры. Я ее уже разрушаю, как я ее увижу. Нет гармонии. Человек не может увидеть гармонии, если он сражается со всем. Причина, почему он сражается, страх. У нас у всех есть страх. Женщины, когда боятся, они боятся, а мужчины, когда боятся, ведут себя агрессивно. Иногда и женщины ведут себя агрессивно, когда боятся. А иногда мужчины боятся, когда боятся. Так или иначе, это не жизнь. Человек боится, потому что он не чувствует защиты. Он думает, сам себя защитит. Поэтому он пытается выживать в этом мире. Верит, что он сам может себя защитить. Но когда человек чувствует что-то высшее, чистое, тогда он предается этому чувству и начинает служить всему, что видит вокруг. Но до этого момента человек должен почувствовать необходимость поменять свою жизнь, необходимость. А необходимость идет через проповедь любви, что любовь — это смысл жизни. Высший смысл жизни — это любовь к Кришне. Но все люди понимают, чувствуют, что любовь — это смысл жизни.
Поэтому, когда преданные с любовью начинают людям что-то рассказывать, они питаются любовью. Люди питаются любовью. Шрила Прабхупада говорит, что прежде чем усвоить принципы ахимсы, необходимо научиться смирению, избавиться от гордыни. Это в основном происходит, когда человек обломался в этом мире, уже не знает, что делать, у него ли стресс, или болезни какие-то. Он начинает искать истину, думает, как же мне жить, пытается что-то слушать. Это означает, что он в какой-то степени уже избавился от гордыни. Пока человек не станет смиренным и не избавится от гордыни, он не сможет следовать принципу ненасилия. Потому что само несмирение уже насилие. Как он будет следовать? Даже если он ест, не ест мясо, но при этом ведет себя агрессивно, Гитлер тоже не ел мясо, то это не является ахимсой. Он самый большой насильник в мире был, хотя он вегетарианин. Вот. Ну то есть, как бы, сначала смирение. Потом дальше Шрила Прабхупада говорит, что ахимса не является религиозным принципом, но она приводит человека к пониманию закона кармы. Человек, когда ахимсе следует, он чувствует, что жизнь стала легче. Нет такой жести в жизни. Он начинает понимать, что есть вот этот закон, что ты не трогаешь никого, тебя тоже никто не трогает. Ну, то есть, как бы, есть такой закон. А преданные должны его глубже понимать. Например, если меня жена мучает, значит, я кого-то раньше мучил в прошлой жизни. Поэтому нет смысла бросать жену. Многие преданные этого не понимают. Не понимают, что потом мучение пройдет. Если ты принимаешь, просто повторяешь Харе Кришна, служишь Богу и мучаешься женой, то потом она меняется. Если ты, ну, принимаешь, есть три стадии победы над судьбой. Сначала ее надо принять, как Иисус Христос учил, прими свой крест. Сначала принять судьбу. Потом простить. Принял, еще не простил, ты просто терпишь. Потом простить. И потом постепенно начинается изменение. Три стадии. Принятие, прощение, изменение. Некоторые преданные не могут даже до этой стадии дойти, до принятия. Они бунтуют. Говорят, мне положено больше счастья в жизни. Но как мы определим, сколько нам положено? Вот как жизнь нам показывает, столько и положено. Это все называется насилие и ненасилие. Мы часто на этом уровне находимся, даже занимаясь духовной практикой. Мы не можем принять, поэтому совершаем насилие. Матаджи ругает свою Прабху, потому что он не приносит столько счастья, сколько женщины положено. Женщина же родилась для чего? Для счастья. Они не понимают. Она для счастья родилась, а мужики не для счастья родились, вы знаете? Они для аскезы родились, для познания, для победы над судьбой. И когда человек принимает свою судьбу, женщина принимает, что мужики ничего не понимают. Мужики принимают женщин. Это называется ненасилие. То есть означает, что человек уже приближается к принципам дхармы. Это еще упадхарма, это еще не дхарма. Дхарма — это выше. Это означает, что в этом состоянии человек еще начинает что-то полезное делать. Он может, конечно, все принять, но надо еще начать что-то делать. Ну, то есть, отрекшись от насилия, необходимо научиться терпимости и простоте. Видите, дальше нужно вот терпеть свою судьбу. Простота означает все просто, ты все понимаешь. Вот как есть, так есть. Не надо ничего выдумывать. Некоторые сочиняют очень много, там что-то изобретают в своей голове. Вот как есть, так есть все. Вот такая у меня жизнь. Мне так положено. Это простота означает. И нужно дальше, когда человек начинает вот это все принимать, он простым становится, у него открывается сердце, простота открывает сердце. И он начинает смотреть на людей. И начинает различать старших или чистых людей. С этого момента он принимает проповедников, начинает слушать их послания. И приняв проповедников, начинает изучать, как правильно жить. Потому что в уши его входят знания, потом в сердце, реализованное становится знание. И
он начинает культивировать правила духовной жизни. И это все предварительные этапы. Потом Шрила Прабхупада описывает этапы преданного служения. Человек начинает уже служить Господу, И служа Господу, он в конце концов начинает чувствовать, что он есть реально. Не теоретически, а реально. Причем это чувство расширяется. Сначала человек чувствует, что он есть в одной вере. Но он не понимает, что он еще где-то есть. А потом он начинает чувствовать, что он есть и там, и в той вере, Постепенно расширяется восприятие Бога, что он везде есть. Сначала человек верующий не может в другие храмы ходить, других вер. И даже в другие храмы не может ходить своей веры. Он один принял храм, вот этот его храм. Как бы, а дальше он как бы не знает, он боится. А потом у него расширяется восприятие, он даже может приходить в храмы другой веры, другой традиции. Видит, что здесь Бог есть. В некоторых духовных традициях это разрешено так думать, а в некоторых не разрешено. Вот в нашей разрешено так думать, что Бог есть и там, и здесь, везде есть Бог. Можно туда сходить, и туда. Это нормально. Но в некоторых традициях не разрешено так думать. И люди должны принимать условия как бы, своей веры. Не должны отвергать ситуацию. Я хотел бы сегодня поговорить о том, что для нас, для вайшнавов, очень важно любить людей. Не только вайшнавов, потому что это замкнутая ситуация жизни. Это называется вид эгоизма. Это называется религиозный эгоизм, гунастрасти. Что мы любим только нашу веру. И надо проповедовать только преданным. Все остальное, зачем там проповедовать еще кому-то это все? Что им там проповедовать? Только преданным надо проповедовать. Нет, преданным, конечно, надо проповедовать. Никто не отрицает это. Но я говорю о том, что мы должны учиться любить этот мир. Потому что сама по себе реакция правительства на нас негативная означает наша нелюбовь к этому миру. И это факт. Нет смысла это отрицать. Мы брезгуем всеми вокруг, кроме тех, кто ведет себя так же, как мы. Но высшая степень этой брезгливости означает идти и подрывать себя в метро. Убивать неверных вместе с собой. Это высшее проявление этой брезгливости к другим. А начинается все именно с этого, что мы лучше остальных. Но нас ачарьи учат наоборот, что мы самые падшие. Мы не лучше остальных. Они так учат нас, ачарьи. Видите, какое-то противоречие возникает. И поэтому, чтобы не было никаких противоречий, существуют священные писания. И в читании Чаритамрити говорится «Сатам прасангама вирия сам виду, баванти крит карнарасайна катха, таджу шаната шапаварга вартмани, шрадха, ратир, бхактир, анукрамишити». Исполненные духовной силы послания Богу могут по-настоящему обсуждать только преданные Богу люди. И слушать это послание в их обществе — великое благо. Как только человек начинает внимать речам преданных, ну, то есть преданные о чем-то говорят, о жизни, как только человек начинает внимать речам преданных, он тотчас же встает на путь духовного самопознания. Почему? Потому что через звук идет путь. Вот кого ты слушаешь, на тот путь ты и становишься. Звук связан с разумом и с судьбой. Когда человек кого-то слышит, у него меняется жизнь через звук. Путь человек обретает, свой путь. Как только человек начинает внимать речам преданных, он сразу же становится на путь духовного самопознания, который постепенно приводит его к твердой вере Господа. Потом вера трансформируется в привязанность к Богу и преданность Ему. Видите, это постепенный процесс. Мне некоторые говорят, у вас косвенная проповедь. Я говорю, почему косвенная? Я прямо людям говорю о том, куда надо идти, что делать, как жить. Почему косвенная? Ну, потому что вы не говорите им напрямую о Кришне, а говорите им о Боге там и все прочее.
Так Кришна это и есть Бог. Я говорю о Боге, потому что они не понимают еще таких вот глубоких. И вообще это как бы, они не находятся в нашей конфессии. Зачем им о Кришне говорить? У них, допустим, Аллах Бог или там еще как-то. Почему это косвенная проповедь? Это прямая. Если я говорю людям, что надо духовная жизнь, на каждой лекции говорить. Почему это косвенная проповедь? Потому что те, которые так считают, у них может быть косвенное понимание этих вещей. Они не совсем прямо понимают эти вещи просто, чем занимаются вот просветители. Конечно, есть люди, которые используют эту аудиторию для того, чтобы зарабатывать деньги. И тогда они говорят об аюрведе в основном, или там о психологии, но о духовной жизни не говорят. Они не говорят людям, в чем цель. Тогда это уже как, ну, но эта косвенная проповедь, она никогда не приводит к Богу людей. Потому что она ставит другие цели людям. Но если ты ставишь цели конкретные, что вот это главная цель, надо прийти к Богу, дальше есть еще какие-то цели. Если нет здоровья, нет нормальной жизни, человек в невежестве находится. Знаете, что есть три типа невежества? Есть невежество грубого тела, есть невежество тонкого тела, есть духовное невежество, авидья. Представляете, три типа невежества. Если, допустим, у тебя тело больное, оно находится в невежестве, то ты в благости уже, как бы тебе сложно быть. Конечно, есть нектар наставлений Рупы Госвами, где говорится о том, что если чистый преданный, и тело его подвержено немощам, немощи уродливо или болезням подвержено, его нельзя считать грязным, оно чистое. То есть у него нет невежества уже чистого преданного, даже если у него тело больное. Но это не касается нас, потому что у чистого преданного душа контролирует ситуацию, а у нас не так. Если мы болеем, мы не можем чисто и возвышенно повторять. Мы лежим, и настроение у нас меняется, значит, болезнь влияет на нашу также психику, и она на духовную платформу нашу влияет. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорил, что преданные должны учиться не болеть, содержать тело в чистоте. Это признак того, что они правильно развиваются. Также они должны учиться в благости психику содержать. Означает прощать всем, просить прощения, принимать, трудиться на психическом плане над отношениями, не ставить принципы выше человека там, и так далее. Таким образом, вот эта вот проповедь, она также и преданным нужна. Я знаю много преданных, которые или болеют и разрушают свою жизнь, или ругаются с женой и разрушают свою жизнь. Хотя они искренние люди в духовной жизни, повторяют святое имя там и так далее. Это необразованность. Раньше в ведической культуре люди сначала получали нравственное образование, потом духовное. Они постепенно вот так вот развивались. И не было, когда человек уже духовное образование получает, у него не было проблем с нравственным образованием уже. Он был уже на такой высокой платформе уже. Но у нас все не так. Мы берем духовное образование, получаем сразу, а ниже образования у нас вообще нет. Там живут несчастные люди, дикари. Лицо ужасное, доброе внутри. Плачут Богу, молятся, не жалеют слез, крокодил не ловится, не растет как. Ну, то есть, понимаете, то есть, ну, это нормально. Конечно, самое лучшее духовное знание. Но мы должны также понять, что мы живем все-таки в этом мире, есть семьи, есть люди вокруг, которых мы должны учиться любить. И так далее. Но так или иначе, преданные понимают, начинают понимать, как устроен этот мир. Они не сильно чего-то ждут, потому что на дворе Кали-Юга. Праэна алпа юша сабья кало ясмену гет джана санманда суманда матайо матаба гьяки бадрита. О, мудрец, в этот же железный век Кали жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, неудачливы, введены в заблуждение и к тому же пребывают в постоянном беспокойстве. Вздорно означает, не контролируют себя, ленивые, то есть не могут зарядкой заниматься, вовремя вставать, ложиться спать тяжело очень, неудачливы,
не могут уважать старших. Когда человек не может уважать никого, его гоняют с работы постоянно везде. Неудачливым становится. Введены в заблуждение. Они не получили духовного образования нормального. Не знают ничего, как устроен этот мир, вообще ничего не знают. И постоянно беспокоятся, суетятся. Все бегут, 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 бегут. Вот. Ну, как бы... Есть процесс, который, в Шримад-Бхагаватам описан, Шушушо-шрадана-сья-васудева-катаручи, сьян-махацева-випра-пуни-тиртхани-шаван. Вот дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, Шри-пурпати, великое благо. Благодаря этому человеку, этому служению, человек начинает, обретает способность правильно слушать. Вот есть такая способность правильно слушать. Знаете об этой способности правильно слушать? Слушать сердцем. Когда человек обретает эту способность правильно слушать сердцем вайшнавов, слушать означает доверить свою судьбу, правильно слушать сердцем. Я не про себя сейчас говорю, а про Шрилу-Прабхупаду, про духовных учителей. Тогда в этом случае начинается интересный процесс. Шинватам свакота Кришна пуня шравана киртана хридаянта стохи абадрани видуноти сукритсатан. Когда Кришна чувствует это слушание, что человек сердцем слушает, он принимает любовь вот эту идущую от его преданных. Преданные Кришны говорят, человек принимает. И Шри Кришна, личность Бога, вместо параматмы, сфер души в сердце каждого, становится благодетелем честного преданного и освобождает его постепенно через знание вот это из сердца, освобождает его от стремления к материальным наслаждениям. То есть Кришна показывает ему правильный путь. И таким образом он развивает в преданном потребность все больше и больше слушать послание Бхагаватам, которое добродетельно само по себе, если его правильно слушают, правильно повторяют. Это всем от Бхагаватам во второй главе первой песни говорится. А дальше тогда раджас тому бало кама лабада яще читаетар она ветхам сита сатве просидать. И как только в сердце навечно утверждается вот эта любовь и желание служить, то все последствия влияния гун, страсти, невежества, а также наши недостатки, похоть, желания, страсти покидают сердце. Ведь они не от работы над собой покидают сердце, от служения. Потому что они там живут как наказание. И как бы ты ни работал над собой, наказание остается. Когда ты служишь, они покидают сердце, человек утверждается в благости и обретает полное счастье. Таким образом, счастье когда приходит в жизнь человека? Когда человек начинает с любовью служить Богу. Нет другого пути обретения счастья. Ну и так далее. Там говорится, что человек постепенно разрубает узлы в сердце, все сомнения разрушаются, цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Видите, мы господа своих судьбы, оказывается. Не рабы, а господа судьбы. Мы можем менять свою судьбу. К астрологи говорят, осеннее пальто не покупай. Осенью, как бы, все. Это означает, что они не понимают ситуацию. Мы господа своей судьбы. Судьба меняется. Мы не знаем, когда мы уйдем из жизни. Иногда так, может быть, по-всякому. Но все меняется. Нет зафиксированной ситуации. Все меняется. Это называется свобода выбора. Эти изменения означают, что есть Господь в сердце. И он может действовать как друг, а не просто как вершитель судеб. И он тогда все будет менять в зависимости от того, как мы к нему относимся. Если мы считаем его другом, служим ему, то тогда он меняет нашу судьбу в соответствии с необходимостью для нас уже.
Как видите, Шрила Прабхупада в этом стихе рассказывает, и сам стих по себе удивительный, он объясняет то, чего еще не было, или что было где-то в другом месте. Понимаете? Ну, то есть удивительно знать, что ведическое знание будет использоваться в Кали-Югу, а его откроют все-таки демоны, начнут использовать, но не для преданного служения. Они начнут его использовать для разрушения этого мира. И они, представляете, потом начнут разрушать жизнь на других планетах. Представляете, какой ужас? Это результат неправильного отношения к знанию. Но вайшнавы, они наоборот сеют мир, они пытаются давать знания. И что сделал Будда в ту эпоху и в эту? Он людям сначала людей направил на правильный путь. Он сначала им дал упа-дхарму. Он так сначала им объяснил, что такое благость, ну что такое правильная жизнь, как человек может быть счастливым, а потом уже это должно привести людей уже к преданному служению. Сразу невозможно дать преданное служение человеку, который настроен неправильно, за исключением тех, кто находится на очень высокой духовной платформе. Нарада Муни дал вот этому охотнику духовное знание. Ну, самый ужасный человек просто всех. Даже не добивал животных, убивал, чтобы они помучились. И он потом даже на муравья не наступал, после того, как он начал духовной практикой заниматься. Он ходил на цыпочках, чтобы даже на муравьев не наступать. Смотрел, куда идет. Такой результат изменений. Но мы не можем имитировать Нараду Муни. Нараду Муни сразу говорил ему о духовной жизни. Шрила Прабхупада делал то же самое. Некоторые из вас могут делать то же самое, но я не могу. Поэтому я говорю людям то, что могу, потихоньку поднимаю их в сознание. Какие вопросы у вас? Да? Hare Krishna. Hare Krishna. Адаритхам Прабху, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в нашей жизни есть один принцип, главное, это время, место, обстоятельства. И этот принцип, он зачастую требует, ну, определенного разума, потому что, например, в Писаниях очень много, ну, все истории, они описаны из другого времени, при других обстоятельствах и в других местах. Вот каким образом мы можем научиться применять уроки этих историй из Бхагаватам в соответствии с этим принципом, но при этом не выдаваясь такую крайность, когда мы начинаем что-то сами подстраивать, что это не то время, не то место, не то обстоятельство. Есть разные платформы преданных, разные уровни. Если человек разум свой не открыл еще, у него вивека шакти слабая, он не может различать. Тогда он должен почувствовать это, что он там не разбирается, надо быть честным. Тогда он должен об этом спрашивать у старших. И старший ему просто показывает направление, и потом включается вивека шакти. Когда старший дает направление, человек постепенно там детали начинает видеть со временем. Но есть вещи, в которых человек уже разбирается. Например, нам не надо объяснять, что есть матаджи, есть прабу. Некоторым надо объяснять. Они говорят, можно поменять пол. Это все относительно, они говорят, эти люди. Я разок был в Бангкоке и шел по улице, смотрю, идет мужчина, что я вижу тонкое тело, но в женских одеждах. И смотрю, у него женское строение, у этого мужчины. Он поменял строение, но остался мужчиной при этом. Потому что тонкое тело мужское, а его не поменять невозможно. Это означает способность различать в йога-шакти. Оно может быть на разных уровнях развито. Если человек понимает, кто такой мужчина, женщина, ему не надо объяснять, он видит разницу. Некоторые люди не понимают, надо объяснять. Таким образом, человек должен... А есть люди, которые вообще в целом очень четко видят картину, как Шрила Прабхупада. Он начал писать комментарии на Священное Писание, потому что он понял, как надо проповедовать людям сейчас. То же самое сделал Вьясадева. Об этом здесь, кстати, вот в этой главе говорится, что он разделил
уже прочитали вы, что он разделил веды специально, потому что люди перестали, у них способность различать стала слабее. И поэтому им надо больше было объяснить, больше объяснять, раскладывать по полкам сильнее. Чем больше будет Кали-юга, тем сильнее людям придется раскладывать по полкам. Есть вещи, которые раньше людям и так было понятно. Например, понятно было, что не надо раздетыми ходить. Сейчас надо объяснять. Некоторые уже не понимают, почему надо ходить одетыми. У них нет, ну, как бы чувства вот этого. Они не понимают последствия такого поведения и так далее. Им надо объяснять. Поэтому человек должен во всех направлениях разобраться. Я честно, я понимаю ситуацию или нет? Если не понимаю, вот честно, до конца не понимаю, надо спросить. Например, я решил девушку взять замуж. И прямо, ну, все понимаю про нее. В разных ситуациях жизни лучше подстраховаться. Да, ваш вопрос. Спасибо за лекцию. Спасибо вам. Вот, я хотела спросить, вот мне предлагают работу экскурсоводом, вот, и ведь там тоже, возможно, такая проповедь косвенная. Вот важно понять, это ваше или нет. Да, это ваше. Я могу понять. Я хотела просто спросить. Вот, проповедь возможно везде. Потому что преданный проповедует своим присутствием просто. Он любит людей, это уже проповедь. Просто любить людей, это уже проповедь. Когда люди чувствуют любовь, они начинают меняться, потому что главная проблема этого мира — это страх. Бесстрашие может быть только у того, кто чувствует Бога настоящее. Некоторые ходят, как бы выпендриваются, но бесстрашие нет, это просто стиль, как бы, защиты, самообороны. Но если человек по-настоящему чувствует Бога, у него нет страха, и значит есть гармония со всем, любовь. А если есть гармония, людям тоже хочется так жить. Они начинают пытаться ближе быть к этому человеку. Вот это не повредит моей духовной жизни? В смысле, меньше времени будет читать книги Шрилы Прабхупады? И, там... Ведь она размышляет сейчас. У ней раскрывается в Вивека Шакти. И как бы она мне советует сейчас сказать, что не повредит. Но я как бы не знаю... Может и повредит, потому что в работу люди погружаются по-разному. Некоторые по уши, а некоторые не по уши. Все зависит от того, как вы будете погружены в работу. Может повредит, а может нет. Все зависит от вашего погружения. А некоторые на работе постоянно думают о Боге. Вот это им надо заниматься. Потому что есть несколько типов преданного служения на работе. А если человек не служит на работе, то он тогда вообще не занимается в полной степени преданным служением. Потому что это у него такое преданное служение выходного дня. Он приходит на программу, здесь преданный, туда пошел, уже не преданный. Преданное служение на работе может быть просто, что я наушник в ухо воткнул и просто слушаю духовную музыку, потому что я даже думать о Кришне не могу, что я должен думать о производственном процессе. Иначе самолет неправильно соберут. Он взорвется в воздухе, я потом людей убью таким образом. Вот. Второй тип преданного служения на работе — это когда человек не просто слушает о Кришне на работе, а он еще на работе работает с целью помогать преданным. Он отдает часть своего труда в виде средств там каких-то или знания, отдает на духовную жизнь. Еще выше способ на работе служить Кришне — это вообще с преданными работать, и чтобы прибыль она шла на духовную жизнь. Это вообще очень высокий уровень. Так, преданные должны уже начинать организовываться потихоньку в жизни. Должны для Кришны начать работать. Видите, даже работу можно посвятить служению Богу, но постепенно как бы продвигая этот процесс в сторону преданного служения. Но есть люди, которые по уши погружаются в работу, забывают про духовную жизнь на работе. И уменьшают время пребывания с преданными и изучения шастр, тогда повредит. Но количество, устраивается на работу или нет, это решает ваша жизнь. Если у вас даже покушать нет денег, понимаете, есть грань. Когда человек не может найти денег на еду, на жилье
И на одежду тогда надо работать. А если у него есть на это на все деньги, ну, может не работать, в принципе. Грань вот эта, понимаете? Человек должен себя содержать, иначе... Или кто-то его должен содержать. Как определить, вот женщину кто-то должен содержать или нет? Женщину, всех женщин должны содержать. Но некоторые женщины по судьбе не имеют на это права, поэтому они должны работать. Когда по судьбе на это право приходят, они служат Кришне, они очищаются, у них судьба становится хорошей, они находят себе хорошего мужа, который говорит, не работай. Да, ваш вопрос. Спасибо большое. У меня такой вопрос, может быть, его задавали часто, но он никак не могу найти. Это про преданное служение вопрос? Потому что у Матаджи был не про преданное служение. Это ну, про я перевел на преданное служение, конечно. Про предназначение, да, женщины в преданном служении. То есть я когда вот познакомилась с вашими лекциями, и вообще вот несколько лет стремлюсь к Богу идти, мне очень нравится вообще идея смирения, в первую очередь, за работу. Стараюсь это... ну, как сказать, выработать себе, вернее, милость Кришны попросить. При этом не могу понять, вот предназначение какое первичное. Нам дано женское тело, значит, ну, в первую очередь, это ну, первое предназначение в этой жизни. И нужно... Первое предназначение – это не тело. А, ну душа, безусловно. Я согласна, я имею в виду, что... Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Да, ну это неоспоримо для меня. А вот если говорить о том, что предназначение женское и предназначение по варнам, я понимаю, что варны это больше для мужчин. Нет, и для всех. Для всех? Конечно. Ну, просто разнились как-то, вот слушаю лекции. И вот для просто меня... варны у женщин применяются в первую очередь в семейной жизни. Варны применяются. Например, кшатри, если мужчина кшатри, ему нужна жена, женщина кшатри, потому что он всеми командует, и он становится гордым. А дома им кто-то обязательно должен командовать. Иначе гордость его не нейтрализуется, поэтому он берет себе жену, которая им командует дома. Вот как раз в этом плане у меня и вопрос. То есть я хочу быть... Я хочу быть смиренной, реальной, выполнять свое женское предназначение. Но я понимаю, что в Бхагавад-гите написано, что... Смиренным означает уважать мужа. Да. Но вести себя вот так вот, это означает баловать его. Ну да, и подавление... Не всегда, иногда надо просто... Но если человек это не принимает, как быть? То есть, значит, получается, я тоже не принимаю ситуацию, но... Нужна дистанция. Как найти выход? Дистанция — это выход. Так как мы сильно привязаны к материальной жизни, мы не можем держать дистанцию. Мы хотим счастья от человека по-любому, а счастье может быть только в близких отношениях. Но если человек не развит до служения или до бескорыстия, он не может строить близкие отношения, может только эксплуатировать человека. Если человек настроен на эксплуатацию близкие, и это твоя судьба, ты отодвинься от него настолько, насколько тебе комфортно. Означает, ничего не желай от него, или сколько, много чего не желай. И погрузись в отношения с Богом. И когда ты почувствуешь себя защищенной от Бога, защиту от Бога, эта защита даст тебе постепенно растворить его сердце своей любовью. И он поменяет отношение к жизни. У него появится желание служить, совесть появится, благодарность со временем. Но если человек не выбирает дистанцию, означает, что он привязан не к Богу, а к желанию наслаждаться близким человеком, тогда жизнь становится невыносимой. И человек меняет одного, другого, третьего, и он не может остановиться. Нужно привязаться к Богу, выбрать дистанцию нужную и служить близкому человеку, прощать ему, заботиться о нем. Постепенно его сердце обмякнет. У всех это касается всех. У всех так произойдет. Сердце обмякнет близкого человека, у всех людей. И человек становится лучше. И вы увидите, что вот судьба меняется. Что это факт, что астрология, она только внешняя вещь. Внутренняя — это победа над судьбой. Душа свободна от астрологии. Она может все победить. Не только такая победа, что типа я ухожу в монастырь, тогда я победил. Нет. Счастье может быть в жизни в этой.
И там сатве прасидати. Человек утверждается в счастье в этой жизни, уже в преданном служении. Но преданное служение должно быть осознанно. Надо разбираться в этом мире. Не голову в песок в духовную жизнь. Сначала преданный хочет голову в песок, потому что он не хочет ничего общего с этим миром иметь. Это имперсональное преданное служение. Сначала мы имперсоналисты. Мы хотим храм, мы хотим преданных, все остальное не хотим. Ну это сначала, спасибо. Потому что у нас нет силы. Постепенно все меняется. Спасибо большое. Варны нужны. Для женщины семья важнее, чем работа. Варны там используются в отношениях в семье. Потом, когда женщина развивается, она варны свои использует в отношениях служения социуму. Социум — это женская энергия, не мужская. Поэтому служение обществу — это женская обязанность, не мужская. Мужчины служат производству, то есть они совершают труд. Но воспитывать детей — это женская энергия. Или даже если в школе мужчина хочет воспитывать детей, он должен по-женски себя вести, гуманная педагогика, он должен как бы по-женски все делать, даже если он мужчина. Потому что это женская энергия, социум. Женщины воспитывают детей, женщины ухаживают за стариками, женщины убирают территорию, женщины заботятся обо всех. Социум должен защищен быть женщиной, поэтому женщины освобождают от работы, чтобы они заботились о социуме. Но если женщины освободились от работы и лежат как растения как бы дома, тогда это кали-юга уже. Значит, таких женщин надо заставлять что-то делать. Может, даже на работу ходить. Спасибо. Ладно. Да, ваш вопрос. Вот. Рад вас видеть. Да, спасибо вам огромное, что вы к нам приехали, пришли. Вот у меня такой вопрос. Вот если видишь, что люди демонично относятся, ну, к демоничным проявлениям как относиться, то есть видишь, что при тебе, допустим, человек причиняет боль, страдает. В зависимости от твоего возможности, от твоих возможностей. Вот, допустим, вы матаджи, видите, что на улице кого-то бьют. Какие ваши возможности? Вы в драку влезть не можете? Вам просто щелкнут по лбу и все, и этого будет достаточно. Вот, поэтому вы в драку не лезете. Но если есть, как бы вы видите там недалеко участок, вы прибежали, там сказали, и придут хорошие ребята такие, они разберутся. Вот. Теперь, если, допустим, демонично проявляет себя ваш близкий человек, все зависит от видов демонизма. Например, если он бьет и просто может убить, тогда надо жить отдельно и применять к нему государственные законы. То есть заставлять его жить правильно, силой. Если демонизм в том, что он как бы мелкие такие пакости, он там обманывает, там как-то хитрит, там еще что-то, тогда нет необходимости жить отдельно, но дистанция нужна. Деньги нельзя давать, доверять, допустим, и так далее. То есть все зависит от того, насколько этот демонизм выражен. Но если вы выберете правильную дистанцию, вам будет комфортно. А если нет, будете страдать. Я в другой ситуации, например, вижу иногда на работе, человек, от которого зависит. Все зависит от вашей возможности. Вот на работе, допустим, если от вас ничего не зависит, вы ничего не сделаете. Что-то сказать, например. Сказать, иногда вы говорите, вас увольняют за это с работы. Да. Значит, от вас не зависит. Вам придется терпеть. Вы можете помолиться за эту ситуацию. Вы даже не представляете, как молитва все меняет. Вы помолились, там всех покоцали. Потому что Бог вмешивается. Понимаете, мы когда молимся, мы включаем другие законы. Так действуют законы кармы. Вот вам страдать там положено, видя это все, и людям предположено страдать, что они это все совершают, другие терпят. Но если вы начинаете молиться, тогда в этом случае законы кармы в сторону отодвигаются, приходит Господь в разных обликах, может как Нарисимхадев приходить. И начинает разбираться со всеми. Вплоть до того, что одна преданная, была Харинама, я не буду говорить где, когда. Вот была Харинама, и пришел из администрации человек, прямо из администрации города, и говорит: я запрещу вам воспевать святые имена. Но тогда не было законов еще таких.
Просто он по своему желанию, потому что он власть. Говорит, я вам запрещу. А ему девушка подходит, преданная такая, ему говорит, вы знаете, говорит, иногда люди погибают от таких вот решений. Она ему так сказала. Он говорит, да ты что там, раз, и как бы, ну, все запретил. Через 2 дня у него инфаркт, и он умер. Но при этом он до этого успел сказать, что ему так сказали. И они больше не запрещали в этот месте. Они все поняли, как бы. Так действует Бог уже. Это уже не законы судьбы. Бог, он все может. У него нет проблем. Поэтому, как бы, включайте понимание ваших возможностей. Но если человек действует не своих возможностей, он разрушает себе жизнь. Можно, конечно, под амбразуру бросаться, как бы, будешь Александром Матросовым, но жизнь заканчивается при этом. Это уже другое, это уже другое. Это означает, мы несовершенны, погневались, покаялись, все нормально. Матаджи. Вот смотрите, вот пожалуйста, преданные, давайте так с вами договоримся. В нашей терминологии, вот вайшнавской, не существует слов «черная магия», не существует «сглаза», «порчи», «изгонание духов» не существует такой термин. Никто не гоняет духов ни у кого. Нет черной магии, нет порчи, нет сглаза, ничего этого нет. В нашей терминологии не существует таких понятий вайшнавской. Почему? Сейчас объясню. Потому что эта вся терминология предназначена для людей, находящихся в невежестве. Если человек принимает тот факт, что его можно сглазить или проклясть, значит его можно проклясть и сглазить. Если человек этого факта не принимает и идет на него какое-то воздействие, он просто считает, что по своей судьбе мне не хватает силы. И я поэтому просто молюсь и побеждаю судьбу. Но если я настраиваюсь на эту идею, что меня можно сглазить, испортить, это значит, я верю во что? Что не Бог всесильный, а злые силы всесильные. Если меня можно вот так сделать, значит, я верю не в Бога. То же самое есть преданные, которые изгоняют духов. И они в конце концов сами становятся духотворенными. Потому что они постоянно об этом думают. Они смотрят на себя, у тебя 5 духов, у тебя 10. И они постоянно думают о духах, понимаете? И в духах в этих живут все время. И они настраивают так же думать людей. Вот, допустим, преданный говорит, у тебя 5 духов, он теперь будет думать об этом. Вместо того, чтобы думать о Кришне. Но надо понять, что вот эти вот мир духов этих всех, он питается как позитивной информацией о них, так и негативной. Например, я просто настроился на то, что у меня есть духи, я им помогаю уже, все. Самое лучшее просто это понять, что все у меня хорошо, я думаю о Боге, и все, и у этих духов нет места в почве, потому что о них никто не думает. Поэтому если к вам кто-то подходит и говорит, у вас духи, вы ему скажите, у меня Кришна, а духи у кого-то другого. У кого чего болит, тот о том и говорит. Понимаете, как надо мыслить преданным? И тогда все вопросы решаются. Но если вы на эту тему настроились, то можно попасть в домик неизвестного архитектора, понимаете? Очень опасный домик. Там только дверь в одну сторону открывается. Всегда вот так настраивайтесь. Если человек думает о том, что Кришна его защищает, никто не может ничего с ним сделать. Невозможно. Даже так за мужем можно думать. Понимаете, у меня много возможностей было сглазить. Вот на каждой лекции кто-нибудь сидит и пытается меня сглазить. Большие, как бы, объемы людей. Но если я не настроен на эту волну, то ничего не сделаешь. Вот, допустим, приемник мы настраиваем на какую-то волну, слушаем передачу. Не настроен на эту волну, передачи нет. Хотя она идет, но уже не для меня.
Это все действует, энергия есть, но не для меня уже, потому что я настроен на другую волну. Так работает психика человека, запомните это. На что настроен, то и получаешь. И испуг, когда человека пугают вот эти все вещи, они действуют через испуг. Испуг является вот антенной. Когда вы испуганы, помолитесь, чтобы испуг прошел, тогда не настроены вы уже, все. Но если испуг есть, вы чего-то испугались, какой-то злой силы, она вас таким образом привлекла к себе. Это очень опасно. И сама идея, что мы изгоняем духов там и так далее, это все означает, что мы привязываемся, на эту волну настраиваемся. Не разрешайте никому, чтобы из вас изгоняли духов. Но если есть умопомешательство, реальное бывает, тогда просто молиться за этого человека тоже. Не надо думать о духах, просто помолились, и человек отрезвел. Потому что вытеснила духовная энергия злую вот эту энергию. Молиться за людей надо, это факт. Но при этом не надо акценты делать вот такие. Запомнили все? Разобрались? А если вам не нравится мое объяснение, вы думаете, ну есть же сглаз, значит, вы привязались к этому уже. Значит, эти акценты уже в вас сидят внутри. Надо избавляться. Особенно матадж это касается. Потому что женщины больше склонны к влиянию тонких энергий. Да? Спасибо за лекцию. Ударит. Пора заканчивать уже? Нет, я просто хотел вопрос задать. Необычно, когда говорят спасибо за лекцию, это значит, что она уже закончена. Наоборот, чтобы продолжали, вас приятно слушать. У меня такой вопрос. Вот вы говорили по поводу того, что Кали-Юга, надо все раскладывать по полочкам. Вот можете мне разложить тоже, так скажем, по полочкам? Один вопрос касаемо управления жизнью. То есть мне чуть-чуть непонятно, я в какой-то лекции одного из вашнова слышал, что даже люди по своей карме попадали в концлагеря. Да. Вот. Тогда такой вопрос у меня возник. Люди, которые организовывали эти концлагеря, это… Их свобода выбора. Это свобода выбора, но концлагерь – это же некое предназначение было, ну, да. Судьба. И как вот понять, что, как ты влияешь вообще на судьбу, управляешь ли ты своей жизнью? И вот здесь вот мне вот непонятно, есть ли предназначение. Вот. Спасибо, хороший вопрос. Смотрите, иногда человек в концлагере может победить судьбу. У него есть на это силы. Может, потому что есть силы. А иногда не может, потому что нет сил. Но если он это делает, он все равно побеждает. Не в этой жизни, так в следующей. Вот этот путь победы, он бесконечный же. Мы душа, правда? Поэтому у человека только один выбор, он должен побеждать судьбу всегда и везде, даже в концлагере. Но всегда, когда у человека есть сила победить судьбу, есть сила, значит, он обязательно победит, если он выбирает этот путь. Один человек в концлагере сидел, и этот концлагерь был рядом с аэродромом. И он так организовал побег, это уникальный случай в истории, больше таких случаев не было. Он так организовал побег, что он угнал самолет с аэродрома прямо. Это было в Великую Отечественную войну. Он угнал самолет вместе с 8 еще человеками туда посадил. Он летчик сам. И он со второй попытки взлетел на этом чужом самолете, который он не знает, как даже он устроен. И он не только удрал от погони, он еще прошел зенитный вот этот вот, потому что бомбардировщик летел. И он прошел зенитный кордон, короче, полностью, и сел на нашей территории вместе с этими людьми. Никто не пострадал. И этот самолет оказался, это лаборатория, не просто самолет, а лаборатория по новым экспериментальным видам оружия была. И, короче, это была единственная лаборатория, поэтому все эксперименты загнулись. Он угнал эксперименты сейчас с собой. Такой человек, представляете, это свобода выбора. То есть он выбрал вот такой путь, и даже если бы они все были уничтожены, они все равно правильный путь выбрали, нежели ничего не делать, там просто мучиться. Но еще более правильный путь — это сначала есть действие, есть преддействие. Сначала человек в сердце побеждает судьбу, он молится, и у него в сердце легкость, что все будет хорошо. А потом он начинает действие само, и там он может тоже победить, а может не победить, но в любом случае это правильный путь. Но если человек выбирает путь скорби и страданий, то это неправильный путь. Победа над судьбой всегда зависит от свободы выбора. Если ты выбираешь победу, ты побеждаешь.
Выбираешь поражение, проигрываешь. Победа всегда начинается с молитвы, потому что победа означает, ты выходишь из-под оков кармы, подчиняя себя не параматме, а личности Бога. Когда ты начинаешь с личностью Бога контактировать, для него нет границ. Поэтому Арджуна выбрал Кришну, он с личностью Бога контактировал. Поэтому в Шримад-Бхагаватам говорится, что Кришна убивал таких-то, 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 таких-то демонов, иногда своими руками, а иногда руками своих преданных. Спасибо. Да? Хари Кришна, спасибо вам большое. Можете, если можно, рассказать, конечно, как нам пропитаться настроением духовного учителя Шрилы Прабхупады на примере вашего духовного учителя, ну то есть ваших отношений или отношений вашего духовного учителя со Шрилой Прабхупадой? Я в основном пропитываюсь самим Шрилой Прабхупадой. Ну то есть я понимаю, о чем вы говорили. Я молился, чтобы понять, как мой духовный учитель любит Шрилу Прабхупаду. У меня была такая медитация очень глубокая, и я, настраиваясь на эту молитву, как бы я молился и думал о том, как он любит, и пытался любить так же. Но по моей природе, вот мне очень близко именно сам Шрила Прабхупада. Я поэтому просто напрямую стараюсь с ним строить отношения и не считаю, что это плохо. Каждый преданный должен это делать. Но при этом с духовным учителем отношения не отменяются. Ну, то есть этот путь очень хороший, как вы говорите. Я пробовал этот путь. Но меня вдохновляет сам Шрила Прабхупада напрямую. Не как мой духовный учитель его любит, а я прямо сам хочу его любить. Своей вот внутренней. У меня такое как бы понимание. Но это может быть не самое лучшее понимание. Самое лучшее — это научиться любить его так, как любит мой духовный учитель. Потому что тогда, вот я думал, как я могу понять духовного учителя. Вот у него есть разные качества. Что самое главное? Вот это не главное, вот это главное. Что самое главное у духовного учителя? Я пытался понять. Я понял, самое главное — это как он любит Шрилу Прабхупаду. Поэтому я начал настраиваться на это, пытаться на это медитировать. И почувствовал его любовь к Шриле Прабхупаде. Я и запомнил. Пытался культивировать такую же любовь, но понял, что у меня по-другому чуть-чуть. Я решил свою культивировать. Что он саньяси, брахмачари, он как бы у него по-другому все работает немножко. Если еще есть, конечно, время, можете что-то рассказать про Индру Прабху? Просто слышал, ну, вы общались с этим возвышенным вайшнавом, что-то, может быть? Я не то, что сильно общался, я был рядом. Вот у него были те люди, которые реально его переняли, его духовность, настроение, и были наставления от него получали. Я просто вот в это время жил во Вриндаване, ходил на киртаны, пропитывался настроением, любил его. Иногда он мне давал наставления. Что сказать? Что сказать можно о чистоте, о высоте, о бесконечности? Мне глаза начинали квадратными становиться, я начинал как осел орать там на этом киртане. Вдохновился сильно, вдохновлялся. Меня преданные останавливали, говорят, слушай, ты пыпа, спокойнее. Ну, у меня там ослиная как бы энергия. Иногда преданные, знаете, вдохновляются на киртане. Начинают орать так, по-своему. На киртане. Он говорит, слушай, ну ты это как бы. Он говорит, у меня экстаз. Ну, как бы, экстаз должен быть чище, чище. Пой поспокойнее. Я не знаю, что сказать. Это надо просто... Память есть, память об этом вайшнаве. Как это... Как вспышка молнии, такие люди. Его жизнь — это как вспышка молнии. Да? Угу. У вас страшные вопросы, я уже боюсь следующего. Хари Кришна, как нам правильно выбирать вот настроение
служение, ну то есть как бы, может быть, раскроете эту тему, что вот как бы есть вот настроение, что вот как бы на какая-то скорбь, все плохо, какие-то несчастья в жизни, а есть настроение, что ну как бы вот есть как бы это где-то, ну это плохое настроение, но при этом оно действует по-другому и как бы ну выходит. Рупа Госвами Нектаре Наставлений есть такой стих, там говорится, что преданному, который повторяет Хари Кришна, нужно мысленно кланяться. Если преданный реально в сердце инициацию получил, и он еще в экстазе поклоняется божествам, то нужно кланяться ему прямо реально. И там говорится, а если чистый преданный достиг успеха в неуклонном преданном служении, и у него нет и тени в сердце критиковать других, тогда нужно стараться изо всех сил служить этому преданному и получать от него наставление. То есть, о чем этот стих? Этот стих о том, что успехи в неуклонном преданном служении и чистота человека определяется его способностью не критиковать. Потому что критика означает «я не справляюсь». Вот почему человек ругает сына, не справляется с его судьбой. Когда человек справляется, он не критикует, потому что он переваривает все в своем сердце. У него достаточно силы, чтобы... Любое зло, оно воздействует, но у тебя достаточно силы, чтобы это переварить, и как бы ты не критикуешь. И тени даже у тебя нет этой критики. Это значит, что ты все перевариваешь полностью. Такая духовная сила, что ничто тебя не может сбить с ног. Но если человек не переваривает, то это не означает, что он неправильно настроен. Это означает, что не хватает такой силы. Но есть люди, которые... сознательно учатся, ну сознательно видят недостатки и настраиваются на них. Это не преданное служение. Эти люди просто оскорбители. Даже если они на общее благо действуют, они вот и ходят и ищут недостатки, все время видят. Это не преданное служение. Хотя они, может быть, думают, у них мотивы, что улучшить преданное служение, ходят, видят, ищут недостатки во всех. Но это не преданное служение. Но если человек не смог справиться с собой, то что с этим сделать? Поэтому здесь это не вопрос настроя часто, а вопрос возможности человека. Иногда человек не может справиться, он обижается, расстраивается, злится. А вы имеете в виду, а нужно кланяться или наставнику, или духовному учителю, или им обоим? Или вот кому надо кланяться, не понял? Божеству? Рупа Госвами говорит, что надо кланяться даже тем преданным, которые уже вот инициацию в сердце как бы получили, уже они по-настоящему инициированы и поклоняются божествам, то уже как бы неплохо кланяться таким вайшнавам. Он как бы высокие стандарты Рупа Госвами дает. Но я этот стих привел не для этого, я вам объяснил просто, что такое критика. Объяснил, что само по себе процесс преданного служения избавляет человека от вот этой идеи вообще видеть недостатки. Человек понимает, что в этом нет прогресса исправлять у других недостатки. Это не дает развития никакого. Но есть менеджеры, которые должны видеть недостатки, но они это видят не для того, чтобы ненавидеть людей, а для того, чтобы был порядок. Но если я не менеджер, я как бы никакого влияния, я не отец, не менеджер, и у меня нет обязанности видеть недостатки человека, тогда зачем их видеть? Преданный должен учиться видеть хорошее. Мы для этого сюда собираемся, чтобы здесь учиться видеть чистоту вайшнавы. Но если я вижу недостатки, реагирую на них, это ничего страшного, это значит, что такой уровень моего развития. Не надо преданных, которые видят недостатки, ну, считать плохими. Они по-другому не могут, у них нет сил. Но если человек начинает только о недостатках других думать, это не преданное служение. Он уже сошел с пути преданного служения. У него уже другой процесс внутри в сердце идет. И от такого человека надо держаться подальше. Нельзя с ним строить близкие отношения, если он постоянно. Ну ладно, там обиделся, там побубнил, потом как бы манчакал потом и все. Нормально. Тогда ничего страшного. Но если он постоянно это не так, из камня из кольца, и пошел. Все, до свидания. Не в моем огороде.
Потому что я выбрал путь духовной жизни, зачем мне это все слушать? Моя цель — это чистота. Спасибо большое. А у нас вообще что, все, пора? Ну, последний вопрос. Да. Харе Кришна. Спасибо большое, Адхартам Прабху. Вопрос такой. Как очистить свое сердце от сомнений? Сомнений в духовной жизни. Духовная практика — это опыт. Это вера, то есть означает, это путь опыта. Вот, допустим, если ты увидел, как молитва побеждает твою судьбу, это опыт, он укрепляет веру. Сомнение — это функция разума, такая же, как вера. Очистить от нее разум невозможно. Потому что если ты не знаешь конкретно, где магазин хлебный, куда ты идешь, у тебя будут сомнения. А сделать так, чтобы сомнений не было, это тоже глупость, потому что ты не туда придешь. Ты придешь в другое место, о, ну я же не сомневался, почему я не пришел в хлебный магазин? Потому что ты убрал функцию разума важную. Сомнения вызывают страдания. Когда человек сомневается, он страдает. Когда он опыт получает и знает, он не страдает, это счастье. Но и то, и другое необходимо. Человек, который не получил веры, у него нет твердой веры, он должен экспериментировать, сомневаться, пробовать так и так, изучать, как лучше для него развиваться. Сомнения нужны, хотя они и вызывают страдания. Но если сомнения вызывают у человека депрессию внутри, то это не духовное. Это значит, что сомнения идут не от разума. Когда сомнения идут от разума, человек не депрессирует. Эмоциональной реакции нет. Например, человек сражается в бою, и он думает, так тактику боя развивать или так. У него есть сомнения, но при этом страха, депрессии, пессимизма нет. То есть разум может сомневаться, а также может сомневаться ум. Человек всегда должен жить на платформе разума, означает аскетичная жизнь. Если человек не делает зарядку, даже тело у него как бы в лени находится, он не может как бы соблюдать режим дня на ночь, объедается. У него разум становится очень слабым. Когда разум становится слабым, карма начинает давить на человека. Я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки, лягушки. Ох, жизнь моя жестянка, ну ее в болото, а мне летать охота. То есть он мечтает. Но жизни нету такого человека, потому что разум подавлен. Такому человеку рекомендуется начать жить, означает аскеза. Я все смогу, я клятву не нарушу. И когда человек начинает жить, у него сомнения остаются, но это остается как функция разума. Он думает, мне туда сражаться или туда? Но у него как бы нет депрессии. Потому что депрессия не означает сомнение. Это означает, что человек неправильно живет. Это не то, что он неправильно мыслит, он неправильно живет. Мышление от жизни зависит. Поэтому вы разберитесь, какой вид сомнения вас не устраивает. Или это сомнение, идущее от ума, и означает неправильная жизнь, неправильный образ жизни, потому что вы не на платформе разума находитесь. Значит, вам надо тело растормаживать, психику растормаживать аскезой и душу растормаживать аскезой. Если что-то не будет в аскезе, оно стянет назад. Тело должно быть активным у преданных. Надо заниматься зарядкой. Шрила Прабхупада ходил быструю ходьбу. Хотя ему был очень преклонный возраст, они не успевали даже его слуги. Он так быстро ходил, это его зарядка была. Он психику содержал в аскезе с помощью постов, с помощью контроля речи там и так далее. И духовная аскеза означает молитва, духовная жизнь. И все это вместе дает человеку решимость. Решимость означает, сомнение есть, но он как бы при этом не депрессирует человека. Но если вы депрессируете, это не означает, что у вас неправильный стиль мышления. У вас неправильный образ жизни. Разум включает образ жизни, а не там раз, вот так мыслю, теперь у меня все хорошо. Нет, вот так мыслю, все хорошо. Нет, ты смотри, как ты живешь. Если ты в невежестве находишься,
Что-то у меня мышление плохое. Ну ты начни жить нормально, будет хорошее мышление. Включить разум человек должен, иначе нет жизни. Мои хорошие, я рад вас всех видеть. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Извините, если я что-то не так сказал. Я пытался быть искренним. Все люди склонны ошибаться. 4 недостатка в Кали-Юг. Особенно старшие преданные, может быть, я что-то не так сказал. Простите меня. Вот. Будьте счастливы все в духовной жизни. Хари Кришна. Спасибо. Шримад Бхагаватам ки ча, Шрила Прабхупада ки ча. Вся слава всем собравшим преданным. Вся слава всем собравшим преданным. Вся слава всем собравшим.